Всем привет! Сегодня мы пришли в бургерную, называется Five Guys, в переводе, ну, на русский получается, 5 ребят, это американская фирма. В Америке она существует уже довольно-таки давно, а у нас она, я смотрю, в Лондоне стала появляться, ну, недавно. Вот, мы уже сделали заказ, сейчас я покажу, что у нас там есть, и попробуем потестируем, потому что, ну, немножко... Бургеры, даже как их готовят, они немножко различаются от того, что, допустим, ты ешь там в Макдональдсе или в Бургер Кинге, или в этом, еще в каких-то таких, ну, там, KFC. Так, вот мы заказали, короче, один чизбургер и один гамбургер. С чизбургер у нас с майонезом, с луком, с салатом, с помидорами, с этими, с грибами и с поджаренным еще луком таким на гриле. А гамбургер с онионом, с луком, с салатом, с этими, с, как они, маринованными перчиком, под кетчуп, как она, горчица, опять этот поджаренный лук на гриле и халепиньо, или джалепиньо, перец. Взяли также порцию картошки. Покажи картошку. Вот. Она такая со спайсом. Вот. И напиток. Ой, напиток. Можно, короче, подходишь, вот такой аппарат ставишь. Ставишь стакан. И оно тебе предлагает. Вот, давай какой-нибудь фруктовый. Такой фруктовый. Вот выбираешь такой. Ну, допустим. А вот фруктовый. Можно, кстати, это, ну, их не делать, то есть, количество не ограничено. За все вот это, что я перечислил, мы отдали 22 фунта 80 пенсов. Сейчас мы будем пробовать. Так, вот я их вот так разверну. Опа. Так, это второй, это у нас этот такой гамбургер. Вот. Снимай их, как они выглядят. Вот так вот они выглядят, такие островы. Вот так вот. То есть здесь в гамбургере двойная котлета. Здесь просто одна котлета и сыр. Здесь, понятное дело, сыра нет. Ну и все вот эти вот добавки, которые ты просишь. А ты немножко подвинул. Насыплю до этого. Картошки так будет проще. Ой, а картошка вообще обалденная. С этими. Со спайсом. Вон я что-то буду. Картошка сделана не совсем как в Макдональдсе, а больше напоминает, наверное, если по-русски, типа деревенская какая-то. Картошка там. В макдональдском меню типа такая есть. Так, попробуем чизбургер. Вот так, конечно, это отличается от макдональдского. Вкусно, конечно, отличается от макдональдского, нежели чем. Потому что они как бы здесь вот там вручную тебе готовят, спрашивают, что там положить на него. Можешь все эти добавки выбрать. А можно и по стандарту, а там еще много дополнительных разных.
пойду еще налью себе. Можно упиться и обоссаться. Сейчас будем пробовать. Ой, камбургер. О, пипец такой большой. Вкусно. Макдональдс или Бургер Кинг, где планета ты? У нас пока их не так много здесь по Лондону появилось, допустим. Мы сейчас находимся в Южном Лондоне, у нас как бы один он здесь. В Центральном Лондоне я сколько видел парочку. Вот так вот потихоньку открываются. Но не так давно они стали появляться. Ну, я думаю, дай-ка я попробую, что это такое. Вот жена тоже говорит, что здесь гораздо вкуснее, чем в Бургер Кинге. Я тоже так думаю. Реально вкусно, я терпеть не могу. Вот она говорит, что она не любит есть в этих бургерах. Бургер Кинг, Макдональдс, здесь я не знаю. Но, как бы так сказать, ну не дешево вот этого. Вот, то есть, чизбургер стоит 8,25, гамбургер стоит 7,25. Это, грубо говоря, на доллары перевести. Почти 10 долларов стоит один, и там 11 или 12 стоит другой. Не дешево. Но вкусно. Ваше здоровье. Все, мы отведали его. Довольно-таки вкусно. Вот так вот выглядит этот Five Guys. Вот, попробовали. Потестировали. А то я все давно собирался. Думаю, какие... Хоть отличается, да, действительно отличается, и могу сказать, что очень сильно отличается от всех вот этих вот шняговского ширпотреба. Бургер Кинги, Макдональдс. Здесь как раз рядом набережная находится. Решили немножко сейчас прогуляться по набережной. Стрясти гамбургер, а то прям так плотно мы так покушали душевно. Туда даже можно к этой... Темзе вниз спуститься. Надо, я пойду спущусь. Темзе вниз. Вода поднимается вон до сюда, где видно, что мокро. Вот тут Темза. Пожалуйста, тут. Есть любители, которые ходят и собирают всякое добро, иногда намывает. Все-таки город старый. С металлоискателями люди ходят. Вот так вот это вот все выглядит тут. Вот она, Темза. Отлив. Не она. Мосты, вот этот мост называется Патни Бридж. Недешевый это район Лондона.